Объявили посадку на рейс, как правило, за 40 минут начинают, в нашем случае за 30. Просят первыми прийти с 1 по 16 ряд места. Вот, смотрите. Люди стоят, это уже наша посадка идет. Становитесь в очередь и дожидаетесь своей очереди. Здесь у нас будет, судя по всему, через автобус посадка, поэтому сейчас вам все покажу. И наш рейс, самолет, вот он стоит, видите. По трапу поднимаетесь. Будем садиться в автобус. Автобус нас подвезет к самолету, потом поднимаемся по трапу. Когда лето, то хорошо. А вот зимой, если вы в маечке, например, прилетели с теплой страны, и тут минус 15 или 20, приятного очень мало. Поэтому, ну, курточка, там, теплые вещи с собой всегда берите. И во время полета прохладно. Кондиционер включают. Из особенностей еще, когда вы первый придете на регистрацию, вы ждете, пока весь автобус заполнится. Это может 15 минут, 20 быть. И иногда они дают только два автобуса. И, то есть первая партия загружается под завязку, стоишь, не протолкнуться. И вторая потом. Поэтому на регистрацию лучше идти или последним, или, ну, если вы видите, что еще успеваете на первый автобус, то где-нибудь в конце. Вернее, на посадку, а не на регистрацию. Вот он наш малыш Василек, на котором мы с вами будем совершать полет. Полный борт у нас. Места, видите, справа начинают А, Б, С, а с другой стороны F, E, D, F возле окна и А возле окна. Аварийные места. Здесь больше места для ног. Как правило, 15-16 ряд. Маски во время всего полета. Снимать нельзя. Сейчас в Билабе они немножко изменили. Раньше давали напитки, в стаканчики наливали. Сейчас дают сок такой закрытый.
бутылочка воды и сэндвичи. Ну, сэндвичи мне их нравятся, крутые. Ну, и там соль, а салфетка влажная еще. Анкеты забирают на борту. Сейчас у нас стюардесса или стюард заберет это все, так что заполняйте, перед посадкой у вас их заберут. Трясет немножко, видите, как крыло. Приземлили. Пока не погасит, там. Уважаемые пассажиры, просьба, пожалуйста, займите свои места и застегните ремни безопасности до полной остановки самолета. Из важных моментов, когда самолет останавливается, надо дождаться, когда погасит табло, стегнуть ремни. И даже потом вы можете не подниматься, потому что минут 10-15 будет разгерметизация салона. И, ну, если хотите постоять только. А так можно сидеть, ждать спокойно, пока первые люди начнут выходить. Особенно, если вы в конце находитесь, это вообще без вариантов. Покидаем с вами этот самолет. Спасибо за хороший полет. Дальше все стандартно, идете за всем потоком людей, у вас будет пограничный паспортный контроль, потом получение багажа, и после этого вы выходите в город, встречает вас ваша принимающая страна, на ваучерите можете посмотреть, что написано, там это может быть тест-тур, Coral, Intercity, причем принимающая страна может быть не TES или Coral, а там какой-нибудь Cleo Tour и так далее, поэтому будьте внимательны, но как правило крупные компании встречают в своей фирменной одежде, там, Короловской, Тезовской, вы их увидите или с табличками. Они вас отправляют к автобусу, там у вас забирают один из ваучеров, и дальше вы уже садитесь в автобус, вас везут в ваш отель. Вот мы с вами вышли.